Всем привет! Сегодня обзор остановок улицы Ленина, Ленинский проспект. Итак, выглядит первая остановка улицы Попова. Внимание, остановка находится под видеонаблюдением. Она большая, кстати, и новая. Да, ну надо. Да, а вот улица Ленина. Замазали название на английском и оставили только самодельную улицу Ленина. Тоже большая остановка. Кстати, насчет тех, кто думает, что в Перми нету маршрутных такси. А вот улица Ленина с другой стороны, вон наша остановка, которую сейчас снимали. Вот, собственно, как другая выглядит. Расписание размазанное, урна тоже и название. Очередная остановка – драмтеатр. Велодорожка, заметьте. Кстати, а это нормально? То, что она почти в мой рост. Опять же, внимание, ведется видеонаблюдение. Пермский драматический театр. Кстати, это уже большая остановка, но другого типа. А вот это нормально? У меня вопрос. Вот это нормально? То, что тут велодорожка обрывается. Ладно, Пермский драматический театр. Театр. Опять же, остановка того же типа. Всем наплевать на эту велополосу. Остановка опять же большая. Там одна карта. С другой стороны, давайте посмотрим. Кстати, выглядят эти перегородки как дерево. Опять же, такой же стенд. И с другой стороны абсолютно такая же остановка.